Вот так встреча. На трассе под Челябинском гулял медведь. Эти кадры сняли очевидцы в Аргаярском районе. Как сообщили агентству чрезвычайных новостей, дикий зверь вышел к дороге. Мишка, Мишка, Мишка! Люди попытались приманить Бурова, но он испугался и убежал обратно в лес. Впрочем, если бы он решил подойти на зов очевидцев, бежать пришлось бы им. Теперь жители Аргаярского района боятся ходить в лес по грибы. Кстати, накануне медведя видели и под Кыштымом. Он вышел на дорогу недалеко от детского лагеря, а потом убежал обратно в лес.